Звание почетный медработник Гагаузии было присвоено Сидору Узуну, руководившей Главным управлением здравоохранения и социальной защиты автономии. Информация была озвучена сегодня в рамках рабочего совещания исполнительного комитета. Глава Гагаузии Михаил Фармузал отметил, что в период своей работы Сидор Узун смог организовать и укрепить функционирование медицинских публичных учреждений автономии и создать кредит доверия со стороны граждан к работникам системы здравоохранения региона. Я хочу вас сегодня поблагодарить за вашу работу, что вы сделали. И зачитать постановление номер 27 от 4 октября 2012 года. За добросовестную плодотворную деятельность, значительный вклад в развитие сферы здравоохранения, социальной защиты населения Гагаузии, а также участие активное в общественной жизни автономии присвоит почетное звание заслуженный медработник Гагаузии Узун Сидор Петровичу. Сидор Петрович. Спасибо. Большое всем спасибо. Иван Тамбляч с полкома. Все равно жизнь идет вперед. Какие есть наши дальнейшие планы, все равно я как бы в сторону сильно не ухожу. Буду обращаться, где какие-то возможности ваши. Сидор Узун ушел в отставку с поста начальника Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии по собственному желанию. Он проработал в качестве руководителя этого ведомства более полутора лет, с марта 2011 года. До периода утверждения другой кандидатуры на эту должность исполнять обязанности начальника управления здравоохранения будет Мария Дели.